Итак, первый пример. Посмотрите на первое выражение, которое звучит следующим образом. «Если бы Аллах был над чем-то, то его бы кто-то держал. Если бы был в чем-то, то был бы ограничен. Если бы был из чего-то, то был бы сотворенным». Это они приписывают имаму Джаафару ас-Садику. Это выражение в источниках хабашитов можно найти в издании «Манар-уль-Гуда», номер 5, страница 56. Итак, о хабашиты. Вы искали это выражение в книгах признанных имамов и нашли их там? Ответ – нет. Если да, то покажите, где. Вызов брошен. Где можно найти источник этого выражения? Откуда вы это взяли? Они взяли это из книги «Ат-Таухид» шиитского ученого Ас-Садука на странице 173, а также из книги «Бихар-уль-Анвар», том 3, страница 326, а также из книги «Аль-Анвар аль-Нуманья», том 1, 435 страница. Это шиитский яд, который хабашиты подсыпают в общество Ахлюс-Сунны в качестве довода от Ахлюль-Бейт, сыновей Али ибн Аби Талиба. Чувствуете ядовитость хабашитов? И это их высказывание здесь является недействительным, потому что вытекаемое из этих слов о том, что для того, чтобы быть над чем-то, кто-то должен держать его, ничему не обязует, потому что такое бывает только в нашем мире, в мире гравитации, снаружи нашего мира, где нет гравитации. Это ничему не обязывает, что в очередной раз доказывает, что эти люди сравнивают между присутствующим и скрытым, то есть между Творцом и Творением, и в этом заключается их болезнь.